специально снимаю из окна. Дождь идет, и посмотрите, хочу заснять для наших хозяев дома, лендлордов, как у нас течет все по стене без ливнестока. Вот такой вот сильный дождь, и посмотрите, он просто, я на улицу еще вышла, он просто здесь полоскает и по всей стене дома вот это льется. Почему? Потому что здесь забиты ливнестоки. Вот там вот, конечно, не очень хорошо видно на крыше, наверху, там проходит ливнесток. И так как он забит, то он не проходит туда, куда надо, на край дома, а идет вот здесь вот сверху. Почему у нас сырой дом? Вот поэтому хочу отправить это видео, специально сделала. Буду отправлять. Всем привет, друзья мои! Давно мы с вами просто так не гуляли по нашим красивейшим улицам, цветущим уже теперь другими цветами. И поэтому я хочу сегодня с вами немножко опять погулять. Погулять, посмотреть, какие новые цветы у нас здесь расцвели. Уже и сирень, уже и каштаны. И, конечно же, везде рододендроны. Ну и я вам хочу рассказать сегодня ту историю давнишнюю, которая произошла со мной еще в начале 90-х годов, когда я еще жила в городе Архангельске. И вот вспомнилась мне эта история, ну, в связи с тем, что я сейчас занимаюсь, конечно же, со своим этим ремонтом, завязана по самые уши. И вот и вспомнила, как это было когда-то давным-давно. Я помню, что у меня была тогда квартира, получили мы ее после больше чем 15 лет работы. Я одна из последних перед развалом СССР в 91-м году получить успела двухкомнатную квартиру от государства. Те, кто примерно моего возраста, наверное, знают, что раньше нам государство выделяло квартиры, особенно молодым специалистам, вот, проработавшим довольно долгое время, и которые молодая семья, у которых дети, вот это все учитывалось и давали квартиры. Я была, как говорится, одна из последних. Но, тем не менее, мне страшно повезло, и я была счастлива. Квартира моя 54 квадратных метра, помню, как сейчас, две комнаты, то есть одна, получается, спальня и одна гостиная, отдельно туалет и ванна. Ну и кухня довольно большая, тоже 9 квадратных метров. Квартира современная в панельном доме. И вы знаете, тогда ведь мы не заморачивались особенно какими-то дизайнерскими решениями, вот как сейчас, вы знаете, то, что было, то и было. Были поклеены какие-то простенькие обои в комнатах, а на кухне и в туалете и в ванной просто зеленой краской масляной были покрашены стены. Наверное, тоже помните. Я вот, кстати, не понимаю, почему именно зеленую краску тогда предпочитали строители наши в советские времена. Ну, либо еще какую-нибудь темно-синюю, вообще ужасные цвета выбирались. Но, как говорится, еще раз повторю, что нам выбирать не приходилось. Мы были рады тому, что нам дают, да еще бесплатно дают государство. Сейчас, конечно, уже эти времена прошли, и это представить, наверное, нашим детям вообще невозможно, чтобы выделялись квартиры бесплатно молодым семьям. Ну да ладно, разговор сегодня не об этом. Так вот, получилось так, что у меня кто-то из моих знакомых, очень близких, очень хороших знакомых, поменял свою работу. Тогда уже начало 90-х годов, началась вся эта движуха, перестройка, бизнес свой люди организовывали.
И вот мне позвонили и сказали: слушай, у нас тут случайно оказалось два ящика итальянской плитки, шикарной плитки, по-моему, 40 на 30 сантиметров, как-то так. В общем, большая довольно-таки, говорят, под белый мрамор с серыми прожилками, очень красивая, не нужно ли тебе? Ну, а надо опять же напомнить то, что тогда все это было вообще недостижимо на вес золота, тем более итальянская плитка, это только мечтать. Вот. Ну и, конечно же, я подумала: боже, какая прелесть. Я говорю: сколько стоит? Наверное, дорого. Нет, там совсем какая-то смешная цена. Сейчас уже я не помню даже, честно говоря. Так вот, мне эта плитка свалилась буквально на голову. Я ее с удовольствием купила. Там две коробки, тоже не помню, по 50 что ли штук. В общем, хватало для того, чтобы полностью отделать плиткой мою ванную комнату. И я обрадовалась, думаю, ну теперь, конечно же, заживем, такая прелесть. А дом панельный, стены ровные, положить эту плитку, в принципе, не представляло никакой сложности. Но все равно нужен был, конечно же, мастер, как вы понимаете. Ну куда? Это все сложно для меня, например, и вообще я таким никогда не занималась. И вот я стала искать, кто же мне эту плитку может уложить. Обратилась через своих знакомых ко всем, всех напрягла. Это все у нас в России быстро делается, вы знаете, были бы деньги. Ну и моя знакомая Татьяна, кстати, тоже вам о ней уже рассказывала. Она зам главного бухгалтера, мы с ней были знакомы давным-давно, из начала 90-х годов, с которой потом мы жили в Москве. Так вот, это Татьяна, она мне позвонила и говорит: я нашла тебе очень хорошую женщину, которая может помочь вот уложить тебе этот кафель. Она давно этим занимается, чудно, все прекрасно сделает. Я говорю: ой, как хорошо, конечно, давай. За сколько времени? Она говорит: ну, она тебе буквально за день. Ты ей оставишь ключи, уйдешь на работу, а вечером придешь, она тебе уже всю ванную покроет плиткой. Я говорю: ой, как, Танюша, замечательно все, но только все-таки я же не знаю эту женщину, ты-то ее хоть знаешь, потому что и квартиру ей оставлять, да и вообще, вот как вот без присмотра целый день она будет эту плитку класть, может быть, что-то мне не понравится. Она нормально работает, Татьяна говорит: да мне ее прям советовали. Во-первых, она моя соседка, я ее давно знаю. Во-вторых, она этим занимается, все были довольны, кому она плитку клала, и все чудесно делает. Ну вот, я понадеялась на Татьяну. Говорю: хорошо, давай. Договорились мы. Она говорит: она к тебе завтра с утра придет. Значит, вот с 7 часов. Я к 9 на работу, как раз все, что надо. Адрес ей мой оставили. На следующий день, ровно в 7 часов, приходит эта женщина. Уже она такая подготовленная в каком-то комбинезоне, значит, вот для работы очень все у нее тут настроено замечательно. Она зашла, ну, знаете, такого мужиковатого вида женщина, ну, я думаю, ну, ладно, ничего, наверное, вот именно такой внешности женщина и занимается этими делами плиточными. Я-то думала, что в основном мужчины, конечно, но хорошо, ладно. Я говорю: познакомились, я говорю: вот, значит, моя ванная комната, посмотрите, вот я хочу вот так, чтобы все мне здесь покрыли этой плиткой, ее хватает вполне, ну, может быть, не до потолка, но вот там так показала, 1,50 м здесь, все здесь вокруг раковины тоже. Я говорю: понятно, объем работ. Да, все вижу, вот плитку вижу, все знаю. Говорит: а у вас где-то тут поблизости можно набрать песка? Вы мне не дадите вот ведро, я хочу песок набрать. Я как-то, знаете, сразу немножко так поднапряглась, думаю, а зачем песок? В принципе же просто на гладкую панель эту плитку кладут. Ну, обычно просто на какой-то клей. Ну, думаю, ладно, мастеру виднее. Не могу не пояснить, друзья. Я переместилась с улицы города Райт вот в красивейший парк рододендронов, по которому мы сейчас дальше будем гулять, и я продолжу свой рассказ. Это парк в Осборн-хаусе, дворце королевы Виктории и принца Альберта.
Так вот, я дала этой женщине ведро большое. Пока я собиралась на работу, она спустилась быстренько вниз на улицу и вернулась назад, притащила полное ведро песка. И что вы думаете, этот песок, он был настолько грязный, какой-то серый, с какими-то огромными камнями, чуть ли не с собачьими какашками. Где она его только нагребла, я не знаю. И вот здесь я говорю, я еще раз как-то очень внутренне напряглась, и у меня возник вопрос. Вообще, эта женщина, она знает, что она делает? Умеет ли она класть кафельную плитку на стену? Я еще раз уточнила, говорю, вы знаете, вот вы принесли целое ведро этого песка, а он вам разве понадобится? Она говорит, ну да, конечно, вы не волнуйтесь, я все знаю, я все умею. И я, несмотря на то, что как-то очень меня это все удивило, я ей оставила ключи от квартиры, и я ушла на работу. Я не могу сказать, что я спокойно ушла на работу, но, в общем, договорились, значит, договорились. Вроде уже обратно перетакивать тут не будем. Думаю, хорошо, ладно, посмотрим. Все-таки, если женщина берется, значит, она знает, что она делает на самом деле. Может, я зря волнуюсь. И вот на работе весь день я в каком-то таком, знаете, странном возбуждении, то ли от предвкушения той красоты, которая я вернусь, меня ждет в ванной, облицованной новой итальянской плиткой, то ли уже у меня какое-то, знаете, опять же, интуитивное было такое напряжение, потому что я чувствовала интуитивно, что что-то все равно там не то. Ну, в общем, день прошел мой вот в таких вот размышлениях. Я возвращаюсь назад в предчувствии чуда. Захожу в свою квартиру, меня эта женщина ждет, работа готова. Что-то странно не смотрит мне в глаза, и я не вижу какой-то радости, знаете, от сделанной работы, как обычно бывает у мастера. Ну и я иду, следом за мной эта женщина плетется в ванну. Я захожу, и что же, друзья, я вижу? Это просто был какой-то кошмар. Вот я попыталась вам найти в интернете, как не нужно и как неправильно укладывается кафельная плитка. Но вот все вот это еще просто прелесть по сравнению с тем, что я увидела в своей ванной на стенах. Вот, кстати, вот эта ванна похожа прям и расположением, и вот именно ровными стенами на мою. Было что-то похожее вот на вот это, понимаете? Каждая плитка, как кривые зубы, она торчала в разные стороны своими углами. Значит, вот ни один угол не совпадал. Потом эта плитка была уложена вот на этот, как я говорю, черный песок с цементом. Примерно с палец толщиной было от стенки до вот этой вот плитки расстояние. Помимо того, вся ванная комната была просто заляпана, загажена цементом, песком, какой-то грязью. В углу под раковиной валялась целая куча набитой кусочками плитки, вот разбитой. Вы знаете, когда режут, бывает, плитку, то, ну, бывают отходы, плитка ломается. Но здесь это, наверное, половина той плитки, которая вообще была, вот она была вся разбита на кусочки и валялась в углу моей ванной, громоздилась огромной кучей. То есть у меня было такое впечатление, что эта женщина, она вообще не знала, наверное, как режется плитка, какие для этого нужны инструменты, и впечатление было такое, что она просто ее откусывала кусачками, потому что, ну, я не видела столько отходов от плитки. И в связи с тем, что она ее вот столько много наломала, то получилось так, что даже половины ванной комнаты она не уложила плиткой, только над ванной и немножко над раковиной. Вы знаете, сказать, что я расстроилась или я удивилась, это значит ничего не сказать. Мало того, после того, как я уже стала отмывать свою эту ванную комнату от грязи, я увидела, что она мне
в нескольких местах мою ванну поломала эмаль. Вот посмотрите, вот такие вот сколы, огромные просто дыры зияли в моей красивенькой новой ванной. То есть она, наверное, роняла, то ли, не знаю, она, то ли она эту плитку роняла, она у нее из рук выпадала, то ли она, может быть, молоток каким-то образом пыталась применить для укладки плитки. Я не знаю, но еще она мне исковеркала и всю ванну, друзья. Это было что-то. И вы знаете, она стояла и выглядывала у меня сзади из-за плеча. Она, наверное, сама понимала, что она натворила такое, что это просто немыслимо. Я же говорю, что я даже не могла найти картинки, чтобы вам показать, как она ужасно сделала это все. Вот. И я, понимаете, я не нашлась, чтобы что-то ей сказать или что-то. И она тоже стояла и молчала. Я просто вышла из ванной, и я пошла, села на кухню, и вы знаете, я стала просто рыдать. Вот у меня был такой стресс, я начала рыдать. Знаете, не сказать, что в голос, но вот так вот как-то тихо я начала просто рыдать. Она выскочила за мной, эта женщина, стала оправдываться, она что-то стала лепетать. Я говорю, уйдите, я не хочу даже вас видеть, я не хочу с вами разговаривать, только уйдите отсюда. Она побежала и говорит, я сниму, пока еще не засох, наверное, цемент пока еще не засох, я, наверное, тогда сниму эту плитку, да, как вы думаете? Я говорю, конечно, пожалуйста, снимите все и уходите отсюда. Ну и, короче, я сидела, ревела на кухне, она быстреньким образом всю эту плитку обратно отковырнула. Конечно же, она ее не очистила от этого цемента, она побросала все, и она умчалась просто бегом, ретировалась, теряя тапки, так говорится. Вот, знаете, я, конечно же, вот даже не знаю, почему я так отреагировала. Я вообще-то такой человек довольно уравновешенный. Почему я начала плакать? Ну, во-первых, это было просто крушение, понимаете? Какой-то моей теплившейся надежды, что будет ванна моя в конце концов красивая, и я смогу нормально как-то в этой ванной мыться и существовать. Так вот, все это пошло, конечно же, прахом. И я, поплакав, ну, я успокоилась немножко, ну, что делать, вот я же говорю, я пошла, стала, пока еще это все не засохло, отмывать. Я еще потратила, наверное, целый вечер до ночи, я отмывала эту ванную, там она мне в бачке, вот помните, у нас были такие железные бачки, мы в них эмалированные бачки такие, они, по-моему, даже зеленого цвета тоже были. Вот, и мы в них кипятили белье раньше, давным-давно. Они такие с двумя ручками, ну, по-моему, литров на 30 или на 40. Так вот, этот бачок она у меня нашла на кухне, она его приспособила, в нем размешивала цемент. Вот этот бачок, он уже, цемент этот схватился. И я потом этот бачок едва-едва, наверное, вытащила, он был такой тяжелющий, выкинула это все. В общем, была история, конечно, друзья, вот именно для какого-то короткого рассказа. И что вы думаете? Конечно же, я позвонила Татьяне, которая мне посоветовала эту женщину. Я ведь и женщину-то не знаю, но я же знаю прекрасно Татьяну. Я спрашиваю, Таня, скажи мне, пожалуйста, почему ты мне посоветовала эту женщину, которая мне вот натворила такого, это просто я до сих пор в себя прийти не могу. Ну и Татьяна, она, конечно, как-то, ну она, не знаю, ожидала она этого или нет. Она стала оправдываться. Я говорю, ты видела, как женщина это работает? Ты у кого-нибудь видела, как она ему ложила плитку? И тут она мне говорит, да ты знаешь, она просто моя соседка. Она раньше работала когда-то маляром. Плитку она сама никогда не укладывала, она просто что-то такое помогала, ремонтировала. Вот деревянные дома, которых в Архангельске было очень много на те времена. Ну и говорит, она потеряла работу, и от нее муж ушел, у нее трое детей. Она меня просила ей хоть какую-то подработку найти. Ну и я решила, раз ты укладываешь плитку, то она тебе эту плитку сможет помочь и немножко заработает.
Я говорю: «Таня, ну это просто кошмар, ты же мне ее посоветовала как специалиста. То есть, если уж на то пошло, так ты бы просто сказала, ну вот как-то ей давайте сбросимся и поможем в качестве материальной помощи. Лучше бы я ей заплатила какие-то деньги, помогла материально, да. Но она мне такой убыток нанесла». Ну, уже, как говорится, что сделано, то сделано. Я на Татьяну, конечно, там набросилась тоже, я на нее очень обиделась. Говорю: ну ничего себе ты ставишь эксперименты. Единственный раз, когда я хотела по-нормальному сделать ремонт в своей ванной комнате и привести ее в порядок, мне и то не удалось. Как говорится, нежели красиво никогда, не стоит и начинать. И вот, друзья, я вспомнила эту историю почему-то именно сейчас. Ну, почему? Потому что, конечно же, я сейчас тоже договариваюсь вот с одним мужчиной, он поляк. Я прошу его свою ванную комнату переделать. И вот я думаю, я тоже не видела, насколько он профессионал. Я, вспомнив эту историю, подумала, как бы мне, вот не дай бог, опять бы так же не попасть впросак. В общем, поживем, увидим, что будет теперь с ремонтом и с моей квартирой. Я надеюсь, что все-таки все будет и лучше, чем когда-то. Вот, друзья, пока никаких новостей у меня нет. Я вам уже рассказывала, что только в понедельник, 24 мая, ко мне придут специалисты делать отопление. Это первым делом. Поэтому все пока у меня остановилось, и я жду прокладки труб и установки радиаторов. А вы видите на экране Осборн Хаус. И сейчас как раз вот садовники здесь работают, стригут газоны, убирают цветы, подрезают кусты. И тоже вы заметили, что уже цветы совершенно другие. Цветы здесь высаживаются несколько раз в году, меняются, и полностью все это преображается и выглядит по-другому. Поэтому, когда бы сюда ни приехал, все смотрится как-то по-другому и по-новому. Ну и потом, вы знаете, сейчас у нас постоянные дожди и холод, погода очень изменилась, поэтому выходит, что трудно найти какие-то солнечные денечки для того, чтобы вам сделать свое видео. Ну а я поехала домой, друзья. Кто желает, давайте посмотрим вот на такие наши узкие дороги. Тоже довольно интересно смотреть, что здесь машина одна с другой очень трудно разъезжаются. Посмотрите, как все зелено и как все красиво, именно потому, что дожди, дожди и дожди. Вот сейчас май месяц нас погодой не радует. Сейчас у нас, по-моему, плюс 18, был град. И в начале своего видео я вам показала, какой был ливень, когда я снимала там по ливнестоки нарушенные. Ну, вот так, друзья, мои такие новости на сегодняшний день. И в конце я вам хочу опять рассказать о том сериале, который я сейчас смотрю, который мне нравится и который я хотела бы вам также порекомендовать. Этот сериал называется «Реванш». Он из 4 сезонов состоит. И хотя он об американской жизни, но вы знаете, очень похоже все на английскую жизнь. Там есть также и англичане, и ирландцы. И вообще такой довольно захватывающий, интересный жизненный фильм. Семейный и криминальный одновременно. Кто желает, посмотрите. А на этом я сегодня с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго, не болейте, берегите себя. И если вам слышно, опять у нас шумит дождь за окном. Пока, всем пока.